мессеры капитатосы заработали. Вот и эти носики от клена любят. Чем вам не листорез? Но таскает, работает. Только те листорез, а это семянорез. Жнецы, капитатусы. Слушайте, а длинная тропинка у них. Как листья. Листореза, это капитатуса. Вам говорил, что я сниму вам видео. Как таскают они. Так, а здесь какая-то неразбериха. О, что-то не поделили. Видно, конкурент из соседней колонии. Цепился за ногу. И здесь драка. А, вот и полидула. Бегает. А, это уже без брюшка. Не пойму, что у них за конфликт, или здесь несколько колоний капитатусов. Этот муравейник мы уже знаем. Это вагус. И это все. И прикиньте, они это через всю дорогу таскал. А вот эти. Писали, что как туркменские тараканы, не знаю, посмотрите их. Здесь один, два, три. Видно, пришли поживиться. Не знаю, сверчок или таракан. Лёта пока нет. Теперь посмотрим крупномасштабно, как они, чтоб сюда, а вагус, чтоб сюда дотаскать, они через всю эту дорогу. Где эта куча, я видел.
этой кучи, они еще куда-то продолжают. Посмотрим, какая длина. Большое расстояние, где муравьев. Так, дальше я вроде их не вижу. Здесь они уже по разных сторонах бегают, уже не тропинкой. Вот так работает капитатуса. Лёд-то нет, буду все надеяться, что попаду.